что может быть общего между американской Аляской и селом Николаевка в российской глубинке? Это не только бескрайние снежные поля зимой, но и в скором времени еще Михайловский редут, торговый укрепленный центр русских колонистов в этом теперь уже чуждом уголке земли. Копию построек воссоздадут на малой родине знаменитого первопроходца русского севера, нашего земляка Лаврентия Загоскина. Это будет и часовня, и амбар, и жилое помещение, и частокол, и там элементы крепостного вала даже. То есть это было основано в 1833 году нашими русскими первопоселенцами. Сейчас это американский город Сент-Майкл на Аляске. Все строения возведут в натуральную величину, они так же, как и в оригинале, будут сделаны из дерева. Отличием будет то, что на Аляске установлен православный храм, а в Николаевке построят часовню. Наполнят редут музейные экспозиции из личных вещей исследователя. Кстати, у этой задумки есть прародитель – проект «Возвращение к родным берегам», в рамках которого за 3 года в Пензе и Николаевке установили 2 памятника Лаврентию Загоскину. Я вижу уже плоды вашей совместной общественной работы, и она нужна людям. И то, что сейчас этот проект продолжается и развивается, и, конечно, мы сможем увидеть еще один интересный, привлекательный туристический объект. Этот комплекс – только часть масштабного проекта. Он реализуется при поддержке Пензенского отделения Русского географического общества на средства фонда президентских грантов. В общей сложности 9 миллионов рублей. Открыть редут планируют летом. На 2-м фестивале «Юконский ворон» смогут узнать подробнее о пензенском первопроходце и наши телезрители из программы «Наша фишка». Новый сезон – это взгляд Лаврентия Загоскина на свою родину спустя века и поколения.